Открытый ежегодный конкурс «Сувенир года» в разгаре. Его участники – представители малого и среднего бизнеса, творческих студий и мастерских, художественных объединений. Словом, предложить идеи может каждый. Для этого необходимо представить концепцию авторского сувенира, который олицетворяет Кировск. Так есть ли идеи на миллион? Узнала Арина Когелева. Организатор конкурса – Хибинский центр развития бизнеса. Цель – создать тот самый сувенир, перед покупкой которого не устоит ни один турист, и увидев который, другие непременно захотят сами посетить Хибины. На данный конкурс у нас заявляются сувенирчики со своей авторской работой, которая бы отражала в полной мере особенность, специфику нашего города, аутентичность свою, либо природную, либо культурную, либо спортивную. Но главное, что именно особенность нашего региона. И с победителем, а их там 3 номинации, 1, 2, 3 место, с ними, с победителями, будет заключен договор на поставку этой продукции. Подать заявку на участие в конкурсе и представить свой сувенирный шедевр можно до 30 ноября включительно. В этом списке мастера декоративно-прикладного творчества, художники, ремесленники. Мастер столярного дела Серафим Смоглов не прочь поучаствовать, но пока пребывает в творческом поиске. На Кольском севере, в Хибинах, он недавно сразу влюбился в этот край. А влюбленный человек, как известно, не может не творить. И всверливаешься до тех пор, пока дерево не коснется эти боковые цвета. Сюда, да? Вторую руку держи. По образованию Серафим – преподаватель производственного обучения. По опыту – учитель физкультуры. А сфера творчества – столярное дело. Мальчишкой постоянно пропадал у отца в мастерской. Я потихонечку что-то строгал, и вдруг решил, что мне это понравилось. Решил делать все больше и больше, какие-то другие вещи, более сложные, и увлекся. Кировск отозвался в душе мастера восторгом, который хочется отразить в конкурсной работе. Но такое изделие смастерить непросто. Зато Серафим включается в марафон новогодних мастер-классов, который стартует 1 декабря. Для жителей наших городов это прекрасная возможность сделать оригинальные новогодние подарки своими руками. Проводить мастер-класс мы будем по пятницам, субботам и воскресеньям. Каждый день новый мастер, каждый день новый мастер-класс. К нам даже мастер приедет из Санкт-Петербурга. Она покажет декупаж бутылок шампанского, будет делать красивые светильники. Мы будем делать свечи, мы будем делать вместе с мастером деревянные игрушки. Новогодние украшения, глина и керамика, мягкие игрушки и многое другое. В марафоне «Центр ремесел» каждый участник сможет найти занятие по душе. Запись лучше не откладывать. Количество участников из-за пандемии строго ограничено.